Капризная уральская погода запутала даже растения. Многие из них потерялись во временах года и начали цвести вместо начала весны в конце лета. Так у жительницы Верхесецкого района в палисаднике расцвел подснежник. Цветок женщина выкопала в лесу и посадила в своем огороде лет 10 назад. Но в этом году подснежник распустился только перед днем города. Потерялись во времени растения в дендропарке. Почувствовав потепление, второй раз за сезон цвести-то начала бразильская бугенвиллия. Биологи объясняют, цветы приняли конец августа за весну. Теперь главное, чтобы они успели отцвести до холодов. Все растения, которые чувствовали себя угнетенным достаточно, они сейчас активно торопятся, потому что им надо успеть до зимы выполнить свою функцию, отцвести, завязать семена.